Ну, предыдущих видео, смотрите, это было, по-моему, позавчера. Вот, я здесь стоял, только в другой одежде. Сейчас я с иголочки одет. Было холодно, я был в куртке в своей 90-х годов. Вот там помоечка, которую я рассматривал. А теперь я здесь стою с машиной. Вот он, сосничок. Вон там моя дача. Сейчас даже я приглушусь, чтобы вы послушали тишину. Вот так. Ну а сейчас мы с вами пойдем, подъедем туда. Посмотрим. Может, можно даже проехать в этот машиностроитель. В машине мы в безопасности. Никакой дикий зверь, никакая бездомная собака на нас не нападет. Вот, видал тут такой лес? Только вот частенько тут деревья краснеют. Это как-то мне сильно напоминает рассказ этого самого Лавкрафта «Сияние извне», когда все деревья, все начало светиться. Это, мне кажется, не совсем нормально, что они красные деревья. Но я 100% уверен, что там шлагбаум в этом машиностроителе. Но расположен он хорошо. Вот где надо было дачу покупать. Вообще полностью среди леса. Видите, какой лес? Внимание, осторожно. Ну вот, я же говорю. Шлагбаум. Или нет? Нет, можно проехать. А если ворот закроется, то тогда как? А нафиг нам туда ездить? Мы запаркуемся просто. Не такой уж он и крутой, кстати. Посмотрите. Совершенно не такой крутой.